Добрый день, уважаемые дамы и господа, любители и профессионалы боевых искусств. Я Роман Карасев, вы смотрите видеоканал «Планета Дзюдо» и нашу постоянную рубрику «Библиотека боевых искусств». И сегодня мы немножечко отойдем, так сказать, в прошлое. Заглянем в прошлое и познакомимся с книгой, которая уже много лет украшает мою библиотеку книг о боевых искусствах, видах борьбы. Эта книга издана в 1990 году издательством «Просвещение». Авторами этих книг являются Михаил Абдулхаков и Александр Трапезников. Книга, вот она у меня в руках, называется «Бороться, чтобы побеждать. Спорт в твоей жизни». Эта книга не, можно сказать так, о боевых искусствах. Это книга о борьбе, если быть точным, это книга о классической борьбе. Но в любом случае она интересна. Почему? И давайте мы посмотрим, почему она интересна и для кого она будет интересна. Я, как всегда, прочитаю начальную аннотацию к этой книге, для того, чтобы мы имели общее представление, о чем написано в этой книге. Это научно-познавательная книга, адресована ребятам средних и старших классов. В ней в увлекательной форме рассказывается о классической борьбе, о ее истории и замечательных мастерах, о правилах и основных технических приемах, а также о том, как подготовить себя к занятиям этим популярным видом спорта. На самом деле, классическая борьба, сегодня она называется греко-римская, имеет большие традиции. Это борьба, которая была в самых первых Олимпийских играх. И мы знаем очень много мастеров этого интересного вида борьбы. Не только в нашей стране, но и во всем мире. И эта книга небольшая, вот вы видите. Она, конечно, у меня, видите, уже достаточно старая. Она выполнена в мягком переплете. Не знаю, возможно ли ее где-то приобрести. Может быть, если вы в интернете поищете, вы сможете у кого-то там в архивах или на каких-то книжных базарах найти такую книгу. Чем она интересна? Тем, что очень много информации о истории. Истории классической борьбы. Очень много информации о мастерах этой борьбы. Ну, достаточно интересная книга. Она не столько, может быть, обучающее, как учебник, методическое пособие, сколько познавательное. Здесь много интересной информации, в том числе и о разных видах борьбы. Вот, допустим, здесь информация есть о дзюдо, о сумо, о самбо, о чидаоба, хапсагай и так далее, самбо и так далее и тому подобное. Есть много интересных рассказов, очень интересных рассказов. Но, несмотря на это, есть и много иллюстраций и информации о различных приемах этого вида борьбы. Вот. Что еще хочется отметить, что в этой книге есть? Вот немножко пробежаться по оглавлению. Допустим, такие интересные заглавия в содержании этой книги.
силу питает земля, как это начиналось, выходит на арену силачи, лично известен, из множества борений, до вызова на борцовский ковер. Интересная глава. Хотите стать классиком? Тайна одного приема или ход конем, ищу соперника, словарик и советуем прочитать. Советуем прочитать – это информация о том, какие книги еще советует автор прочитать для того, чтобы более расширить свои познания в области различных видов борьбы. Здесь есть вот описание. Поэтому эта книга на самом деле достаточно интересная. Здесь много полезной исторической и просто очень хорошей информации, очень хорошо подан материал. Еще раз, книга «Бороться, чтобы побеждать». Я думаю, такая, ну так, в кавычках назовем, антикварная книга всегда будет украшением библиотеки любого мастера боевых искусств, кто изучает различные виды борьбы, и всегда будет полезно. Рекомендую.